Христа нуждается, чтобы мы молились, каялись в своих грехах, просили у Бога прощения. И молились за наших воинов, которые сегодня защищают нашу страну от этого безумия, которое пришло на нашу землю, за стройные силы Украины. Хочу всем вам напомнить о том, что есть тот, кто любит нас. Тот, кто любит нас, настолько сильно полюбил нас людей. Настолько сильно полюбил нас людей, что Он умер на кресте, Иисус Христос, за наши грехи с вами. За мои ваши грехи Христос уплатил на кресте. Он заплатил. Если уплату человек принимает, кается в своих грехах, просит прощения, то Бог грехи прощает. Если человек не кается, не просит прощения, то он сам будет платить за свои грехи вечности в аду. Так говорит Слово Божие. Но Христос не только умер. Он воскрес, Он есть живой. Мы на Пасху говорим, воистину воскрес. Об этом говорит Слово Божие. И Бог призывает всех людей покаяться и обратиться. Покаяться — это признать свои грехи и попросить прощения. Примиритесь с Богом, читайте Евангелие, молитесь Богу, призывайте Его святое имя. Господи, благослови всех людей, кто здесь едет. Благослови Одессу, благослови Украину, помилуй и спаси.